Вы смотрите отзыв об отеле Пассо Бич. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Мамалана подчеркивание Елена, который был в нем в 2014 году. Предисловие. Ниже следующий рассказ об отдыхе во время свадебного путешествия в отеле Пассо Бич 4 звезды написала моя дочь. Я помогала в выборе курорта и отеля. Дело это было нелегкое. Времени на метание оставалось не так и много. Нужно было определиться с конкретными датами всего за несколько дней. По разным обстоятельствам до отъезда тоже оставалось немного, около месяца. Выбор был не очень уж и большой. От первого отеля, который порекомендовала знакомая турагент, пришлось отказаться. Это был хороший молодежный отель, Emsis Oasis Beach Club. Я видела это чудо турецкого гостиничного бизнеса в мае, во время неожиданного случившегося со мной рекламного тура. В этом замечательном отеле менеджер почему-то не постеснялась показать самые неприглядные стороны, и убитые номера, и старые корпуса, как будто после бомбежки, и неухоженную территорию, и грязный пляж с каменными плитами. Да еще и отдыхающие успели пожаловаться на грязь в номерах, отсутствие горячей воды и так далее. Отзывы по отелю также отражали аналогичную картину. Пришлось заняться изучением форума, тем, посвященных выбору именно молодежных отелей. На турецкой ветке предостаточно, но по большому счету весь выбор сводится к одному названию – кемерскому Orange County. Но его я не стала рекомендовать своей молодой паре, прочитав отзывы. Свободные нравы через край. Не то, чтобы я сильно опасалась за их моральный облик. Но как-то по моим представлениям не вяжется Orange County с медовым месяцем. Но, как оказалось, мои представления в корне отличались от желаний молодежи. По намеченному нами бюджету проходили в очень неплохие пятерки Анталийского побережья. Но чтобы я не предлагала, им не нравилось. В итоге выдали желаемую концепцию отдыха. Пусть это будет небольшой городской отель, но чтобы рядом было где развлечься. Из всех вариантов, в Алании, Кемере и Мармарисе, в конце концов выбрали Мармарис и Пассо Бич Хоутел 4 звезды. Взяли номер без вида на море, сказали, что им все равно, в каком номере спать и дорога не помешает. Так и вышло. Ну а как они отдохнули, отзыв ниже. С фотографиями напряг, все сделано на телефон, прошу извинить за качество. Мы с мужем выбрали в качестве места проведения медового месяца в середине августа несколько нестандартный курорт, турецкий город Мармарис, славящийся своей ночной жизнью, чем он нас и привлек. Более того, отель мы выбирали, исходя из тех же критериев, хотелось, чтобы там было как можно больше активной молодежи и поменьше европейских пенсионеров, занимающих лежаки в 4 утра, мы однажды сами видели, и семей с детьми. Прошерстив форумы, мы остановились на Пассо Бич 4 звезды, сочтя его наиболее удовлетворяющим всем нашим запросам вариантом. Отель находится практически на западном краю Мармариса. Район – Ситилер. Вид на отель, внутренний двор, фото из интернета. Заселение. Прилетели мы после обеда, путь от Деламана до Мармариса не близкий, так что с получением номера особых проблем не было, ждать не пришлось. По пути девушка-гид от Пегаса все подробно рассказала, по приезду довела до стойки ресепшн. Представила нас ресепционисту, и мы спокойно прошли чек-ин. Благо, со знанием английского проблем нет. А тем, кто с этим языком знаком плохо, могло не повезти, так как нам рассказали уже позже, на ресепшн работает только одна русскоговорящая девушка. И смены у нее, разумеется, не каждый день. Впрочем, это совсем не удивительно, ведь отель на русскоговорящих туристов еще не очень ориентирован, русские названия блюд на шведском столе вызывали слезу умиления. Да и в городе русскоязычных было не так много, как в Кемере и Сиде, где я была раньше. Как полагается, работник отеля помог нам донести багаж до номера, по пути поведав, что учит понемногу русский язык, и выпытав у нас секрет счета до 4, сказал, что начала возникать необходимость. Номер нас впечатлил, видимо, турагентство предупредило отель о том, что мы молодожены, ибо на входной двери красовался огромный бело-красный бант. А кровати и прочие горизонтальные поверхности были усыпаны лепестками каких-то удивительных сиреневых цветов. А на второй день нам даже фрукты с вином принесли и открытку прикрепили. Вид с балкона нашего номера вечером. И днем. Так как за долгий путь от дома до номера мы толком так и не поели, то решили ознакомиться с графиком работы ресторанов. И он нас вполне обрадовал, как сказал муж, есть можно почти круглосуточно. Вечером, для таких поздних гостей, как мы, предусматривается ночной суп, предлагающийся, кажется, аж до 23 часов 30 минут, но, к счастью, мы попали в ресторан до его начала, успев насладиться остатками ужина. В ресторане нас ждал еще один приятный сюрприз, точнее, в его уличной части, веранда расположена прямо над пляжем, так что все 10 дней отдыха во время приемов пищи глаз нам радовала морская лазурь. Поужинав, мы решили просто посидеть в ресторане, благо, бар работает до полуночи, глядя на огни ночного побережья, и застали занимательную сцену культурного обмена, наши соотечественники, громогласно заявив о том, что их отъезд близок и его необходимо отметить, включили на барной стойке песню «Мама Люба», «Давай», принялись активно подпевать и склонять турков к тому же. Около полуночи мы отправились на прогулку вдоль моря, знакомиться с городом. Номер. Нас заселили в корпус Б, как мы поняли, более новый.
Приятно удивило, что номер в точности соответствует своим фотографиям в интернете. В нем было все необходимое, кровать, даже две, мини-бар. Сейф, который мы оплатили $20. За 10 дней, и фен, балкон со столиком, пепельницей, двумя стульями и перекладиной для сушки белья. Когда-то традиционные наборы из мыла, шампуня и геля для душа заменили два огромных диспенсера, один с мылом и другой, совмещающий в себе функции шампуня и геля для душа, так что баночку с отдельной символикой на память увести не удалось, а жаль. Душ большой, чистый, опрятный, функциональный, было куда положить свои вещи. Убирались хорошо, а как пару ли расставишь, так еще и полотенца лебедями свернут. А вот питьевую воду не пополняли, хотя при заселении говорили об этом, но мы нашли свое решение этой проблемы, так как общение с рецепцией не помогло, просто брали ее с завтрака, ужина, так как на каждом столе, за которым еще никто не сидел, стоит по целой полуторалитровой бутылке воды. Полотенца меняли исправно, белье, надеемся, тоже, ибо с полотенцами однажды вышел казус, вспомнив, что в каком-то отеле, чтобы их поменяли, их бросали на пол, я сделала так же, но, увы, видимо, попала на несменный день, и полотенце мне аккуратненько повесили на стульчике. Уж не знаю, что же надо подумать, чтобы так сделать. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.